настоящий буре. Вещь так себе, но возьмем. За границей покупала. Значит, возьмете? У нас больше ничего не осталось. Да-да, пройдите к кассиру, он оформит. Следующий, пожалуйста. А вот нет. Так, давайте посмотрим. А сколько мне за нее дадите? Возьмите. Так, посмотрим. Хороший мех. Взгляните, пожалуйста, сами, почти новый. Да вы что? Вам что, не нравится? Старье хотите всучить? Упаси меня, Боже. Она же давно сгнила. Отдайте, не рвите. Положите в гроб ее вместе с собой. Негодяй. Следующий. Девушка, здесь ломбард, здесь не барахолка. А может, то, что на мне сейчас? Барышня, вы хотите заложить вещи, которые не имеют никакой ценности. Следующий. Элза? Ну, барышня, не взглянет. Гимназия давно в прошлом. Наверное, зазналась. Ты стал знаменит. Я читала твои стихи в журналах. Рада очень. А что сейчас делает первый математик нашего класса? Я поняла, Ольгерт, что в жизни идет совсем другой счет. Бухгалтерский курс закончила. Машинописные. А на работу не взяли. Это понятно. В Риге сейчас с работой плохо. Погляди, что делается. С утра толпа у биржи. Нет никакой надежды, что кого-то возьмут. Надежда — это последнее, что умирает с человеком, утверждают философы. Идем, поговорим, заодно пообедаем. Той вон дамы. Под роскошной шляпой мозги, думаешь, лучше, чем у меня. Просто ее кошелек набит банкнотами. И я хочу быть богатой. И я не прочь наслаждаться искусством. Хочу повидать весь мир. Но у меня нет денег даже на билет домой. Поговорим давай лучше о тебе, Ольгерт. Сижу в редакции. Мне помог устроиться один друг. Сейчас без друзей пропадешь. Такое время. Кажется, вышло. Угу. Постараемся тебе найти место в суде, как интеллигентный безработный. Интеллигентный безработный? По закону интеллигентным безработным считается тот, кто уже не меньше 2 лет проработал. А я вообще не работала. Некоторые люди сами себе пишут законы. Это господин прокурор. Его имя можно прочесть во всех газетах. Он важнее министра. Страуюпс.
Запомни, Страуюпс. Успокойся, друг. Пока не дошло до публичного скандала, твои личные дела прокуратуры не касаются. Не бойся. Успеха тебе. Присядьте. Дамам не годится стоять. Ольгерта характеризовала своеобразно. Но он поэт и фантазер. У вас очаровательная манера молчать. Женщинам не всегда это удается. В данном случае ценное качество. Судебные дела нельзя разглашать. Гайдулис, добрый день. Страуюпс, хочу вам новую сотрудницу прислать. Нет, пока она еще нигде не работала. Ладно, ладно, не говори так много. Для одного человека всегда можно что-нибудь найти. Черт возьми, вы меня поняли? Всего доброго. Ну что ж, вот вам и работа. Спасибо. Надеюсь, я не буду жалеть, что вас рекомендовал. Работу найти очень трудно, но можно легко потерять. Я бы хотела перчатки. Белые. Пожалуйста. И шаль. Красиво. Можно взглянуть на эту замшевую? Сумку. Пожалуйста. Я хочу примерить это серое пальто. Пожалуйста. Красиво. Чудесно. Мне кажется, чего-то не хватает. А теперь? Как вас зовут? Элза. Эзерница. Где вы работаете? Я в суде работаю. Барышня, не хотела бы уделить свободный вечер, чтобы продемонстрировать наши модели перед публикой? У вас прекрасная фигура. Я не знаю, это так для меня неожиданно. То есть я хочу. Разумеется, хочу. Ансамбль предчувствия. Сейчас, уважаемые господа и дамы, вы увидите костюм, который мы назвали «Приглашение на свидание».
что вы себе позволяете? Почему не разрешили осмотреть костюм? А теперь, уважаемые дамы и господа, последняя модель – Клеопатра. Сам господин Пикулис заинтересовался вами. Вы не знаете, кто он такой? Он один из самых крупных промышленников Латвии. Господин Пикулис хочет познакомиться с вами. Ваше платье сшито из ткани, вытканной на его фабрике. Моя ткань меркнет рядом с вашей красотой. Вы давно живете в Риге? Нет, я приехала из провинции. Это видно. Рижская ржавчина еще не коснулась вас. Вы не хотели бы со мной поужинать? Такое приятное знакомство нужно отметить бокалом шампанского. Шампанского? Да. Нет, к сожалению. А почему? Я должна быть дома, меня ждут. Позвоните, что вы задерживаетесь. У нас нет телефона. Мой шофер отвезет вашу записку. У вас есть машина? Да, представьте, есть машина. Так поужинаем. Не сейчас. Мне очень жаль. Мне еще больше. Зарегистрируйте. Угу. Мадмуазель Элза. Да. Повестки выслали? Сейчас вышлю. Зерница. Этот протокол надо переписать сегодня. Я не успею сегодня. Вы постарайтесь. Вы же самая молодая. Красивая ученая. Кто здесь мадемуазель Эзерница? Должно быть вы. У вас сегодня день рождения? Нет. Кто же их вам прислал? Не знаю. Должна быть визитная карточка. Кикулис? Богач Кикулис? Похоже, что он. Я был бы рад, если бы вы не отказались от небольшой поездки. Я купил новое авто, Боже. И мне было бы приятно, если бы на нем первой прокатились вы. Старый Кикулис сошел с ума. По-моему, он стар, как не знаю кто. Мог бы и успокоиться. Он не женат? Он был женат. В прошлом году изволил развестись. Все газеты писали про этот скандал. Не нравится шампанское? Я опьянела уже. В молодости я тоже хлебнул. Тоже приехал из провинции. Работы приличной найти не смог. Пришлось в курьеры поступить. И вдруг получил небольшое наследство. Вроде счастье улыбнулось мне. Но до сих пор сомневаюсь в том, что для меня это было счастьем.
Отчего же? Я мечтал посвятить себя живописи. Меня всегда влекло искусство и красота. Почему вы так смотрите на меня? Я ощущаю физическую боль, когда вижу существо прекрасное, как вы. Что тебе причиняет такую боль, старина? Ревматизм или радикулит? Уважаемый господин. Испарись. Убирайся к чертям. Познакомьтесь. Эту барышню я уже видел, но где? Надеюсь, я не буду жалеть, что вас рекомендовал. Ясно. Послушай, Жано, как ты смеешь водить моих сотрудниц по ночным барам? Ну, может быть, юная дама скоро не будет твоей сотрудницей. Значит, она будет твоей секретаршей. Парочку ты у меня уже отбил. Роберт, ты набрался. Нет, друг, сегодня совершенно нормально. Во всяком случае, по сравнению с тобой. До свидания, малышка. Приятно сидеть на диване, который куда-то мчится. Самое удачное определение авто, которое мне доводилось слышать. Малышка, вы не только красивая, но и весьма остроумна. Какая я малышка? Я почти такая же ростом, как вы. Женщину всегда называют малышкой, если она мила. Что-нибудь снилось хорошее? Извините, пожалуйста. Что вы? Прекрасный был вечер. Милая Элза, постоянно думаю о тебе. На будущий год я тоже хочу приехать в Ригу учиться. Часто вижу тебя во сне. И тогда все становится таким же, как в тот раз, когда мы были с тобой вдвоем на острове.
так красиво. Наверное, здесь раньше жили волшебники. Возможно. Сегодня нет волшебников. Чудеса творим мы сами. А с пустыми руками творить чудеса невозможно. Прекрасное надо выделять. Даже в природе это необходимо. Что собой представляет картина без красивой рамы? Что такое жемчужина без оправы? А возьмите любовь. Любовь иссякает от бедности и забот. Любовь, как королеву, надо поднимать на трон, чтобы она забыла о серых буднях. Да, будни угнетают любовь. Так уж заведено в этом мире, к сожалению. Чтобы с этим бороться, надо иметь силы и возможности. Моя сила — золото. Не надо так целовать меня. Как? Разве вас так не целовали? Так меня никто не целовал. Был у нас в школе один мальчик, но мы никогда с ним. Мне казалось, что вы более опытны. Господин Кикулиса. Я слушаю. Господин Кикулис, я прошу прощения. Я не смогу пойти в оперу сегодня, к сожалению. Я потеряла свою сумочку и... Это же чепуха. У нас нет других возможностей. Ничего, разыщем. Что вы сказали? Я сказал, что вы прелестная. Сумочка, разве это причина? Я не смогу никогда пойти. Я сожалею. Я очень сожалею. Ни слова больше, ни слова. Мой шофер нашел вашу сумочку, и я вам сегодня ее привезу. Все будет, как договорились. Что это такое? Образец шелка. Вы считаете, это шелк? В эту тряпку свою тещу можете завернуть! Прочь! Войдите. Это жилище не намного больше моего авто. Да, но я не могу, к сожалению, предложить такого дивана, как у вас в машине. Вот пропавшая сумочка. Это же новое. Извините, я чувствую себя виновным в потере. И поэтому решился вместо той принести другую. Это я не могу принять. Простите, но кошелек не полагается дарить пустым. Хватило бы нескольких сантимов. Для меня это и есть несколько сантимов. Тогда только в долг. Конечно, конечно. Так, а теперь едем в оперу. Нет, я ехать не могу. Почему? А, мы что-нибудь придумаем. Чудесно, что вы не отказались заглянуть ко мне. Прошу. Простите, я вас на минутку оставлю одну. Теперь вам будет прохладно. Простите, но... Я привез это из Парижа, надеясь доставить радость кому-нибудь. Из Парижа? Там, наверное, красиво.
Появимся в следующий раз вместе, увидите. Вам легко так шутить. Я совсем не шучу. Поедем? Дом волшебника. Останьтесь в этом доме. Боже мой, а что скажет служанка? Что служанка может сказать госпоже? Я не госпожа. Но вы можете стать ею, Эльза. Пейте. Садитесь. Я понимаю, я уже в годах, а вы еще очень молоды. И поэтому пока не говорите ничего. Обдумайте все, взвесьте. И не бойтесь меня обидеть отказом. Только в этом случае мы больше не встретимся. Мне будет больно видеть вас и знать, что вы недоступны. Если вы скажете нет, я уеду за границу и пробуду там довольно долго. Но если вы скажете да, то мы поедем туда вместе. И у вас будет все, чего вы только пожелаете. Всю жизнь не вертись. По дурости не вышла я замуж за мельника. И теперь, видать, до могилы не суждено мне спину свою разогнуть ни разочка. Хоть бы дочь моя была умнее. Честью своей все равно дыры в кармане не залатаешь. Эзер Ниесси, предупреждаю, что на этот раз нужно внести деньги за обучение точно к сроку. Если вы в течение недели не заплатите, вас исключат из школы. А где вы до этого работали, барышня? Нигде. Я только что гимназию закончила. Тогда у вас нет права считаться интеллигентной безработной. Такими могут считаться только проработавшие не менее 2 лет. Но как я могу получить стаж, если мне не дают работы? Я за любую плату готова работать. Что вы умеете? Какая у вас специальность? У меня есть диплом. Об окончании гимназии. Это не имеет ровно никакого значения. Надеюсь, я не буду жалеть, что вас рекомендовал. Работу найти очень трудно, но можно легко потерять. Обвенчал вас
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Да снизошлет на вас Господь счастье и покой и благословение. Амин. Ты должна теперь днем и ночью за свое счастье благодарить Бога. Держите ее, господин, крепче в руках. Вы же старше и разумнее. Подумай, не ищешь ли ты горя себе. Страшнее бедности не бывает горя. Это мой отец. Я рад познакомиться. Кто бы мог подумать, гоняла по деревне сопливой голодранкой, а теперь ворочает таким богатством. Староват, молодожен того, гляди, развалится. Молодость приходит и уходит, а богатство остается. Ты смотришь? Я не знаю, куда смотреть и как себя вести. Твоя неопытность очаровательна. За это я тебя и люблю. Здравствуйте, господин Кикуль. Здравствуйте, мадам. У вас удивительный цвет лица. Каким кремом, если не секрет, вы пользуетесь? Я могу открыть вам, дорогая, этот секрет. Это молодость, госпожи Кикуль. Вы, как всегда, остроумны, госпожа Дайван. Что их взбесило? Вы юные и свежие, и это вам они не могут простить. В нашем обществе главная витрина. И для вас? К моему сожалению, я тоже часть этого общества. Ты чем-то опечалена? Я немного устала. Может, ты хочешь домой? Нет. Нет, пока еще. Я не успела поесть. А, да, конечно. Милая, не хватит ли тебе вина? Разве я не могу опьянеть на своей свадьбе? На своей свадьбе нужно пьянеть без вина, как твой муж. В свадебных делах ты знаток. Надеюсь, ты не возражаешь. Разрешите вас пригласить. Невероятно стремительная карьера. За это время вы стали еще красивее. Вы в самом деле хотите подарить все это одному Кикулису? А кому же еще? Вы сошли с ума? Я буду кричать. Этого не сделаете. Ручаюсь головой. Хотя давно уже потерял ее из-за вас. Роберт, не испорти мою жену. Ты сам это сделаешь, если возьмешься. Дай мне вина. Вам не горько? Горько! Горько! Прошу! Горько! 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 Горько!
Что с тобой? В чем дело? Почему ты плачешь? Ну, хорошо. Я приду, когда ты успокоишься. Проснись, нам надо ехать на вокзал. Ты проспала свадебную ночь? Не обижайся, милый, я просто устала. А за границу мы поедем? Да, в свадебное путешествие. Первый мост в этом городе, который мы перешли вдвоем. Ты знаешь старое поверье? Надо от всего сердца чего-то захотеть, и это исполнится. Вот и загадывай желание. Нет. Ты первый загадывай. Хочу, чтобы ты меня полюбила, и ничего другого мне не надо. Я тоже хочу полюбить тебя. И задумала это на мосту. Ты создана для этой красоты, моя любовь. Вот здесь нам надо было бы венчаться. Но здесь бы нас никто не увидел. Посмотри, какие великолепные формы. Это настоящая барокко. Сказочно. Может быть, но мне здесь страшно. Страшно? Я могу предложить что-нибудь повеселее. Thank you.
Ты устала, я тебя уложу. Я совсем не устала. Жена. Устала, надо спать. Не надо, прошу тебя. Ты прелестна, дорогая. Жена. Не надо. Но сколько ты меня будешь дурачить, а? Почему он смеется? Каждый, как умеет, зарабатывает на хлеб. А сейчас, милая, осмотрим часы, которые у меня травных ни в одной стране Европы. Подлинная работа 16 века. Когда профессор Пражского университета Хануш закончил эти великолепные часы, ему выкололи глаза, чтобы нигде в мире он не смог сделать ничего подобного. Я хочу домой. Я очень хочу домой. Это вам от меня и господина Кикулиса. Благодарю вас. А где Лина? Я здесь, госпожа. Это вам из Праги. Ой, вы такая щедрая. Вы красивее и лучше всех дам, которые здесь раньше были до вас. Хватит, Лина. Мы не будем дома обедать, я вас отпускаю. Да? Поздравляю с возвращением домой. Благодарю. Извините, а кто говорит со мной? Не узнаете? Ваши ушки еще полны серенад, напетых вам за границей. А, поняла, кто мне звонит. Откуда вы узнали, что мы уже приехали? Мне подсказало сердце, которое не может успокоиться после одного поцелуя. Послушайте. С удовольствием послушаю вас. Когда я могу заглянуть? Когда вам угодно, я и мой муж будем рады. Я хочу видеть вас одну. Милый господин, наверное, забыл, что я замужняя женщина. Нет, именно это я и учитываю. Замужнюю женщину трудно скомпрометировать, если она достаточно умная. Вы просто нахал. Добрый день. Здравствуйте. Я не задержусь в конторе. Зайди, дорогая, за мной.
Не знаю, вряд ли. У тебя дела? Ты допрашиваешь меня? Ну, если не хочешь, можешь не отвечать. Я должна давать отчет во всем. И все же неплохо, если бы ты выбрала время и зашла ко мне в контору. Я хочу переписать на твое имя пятиэтажный дом и, возможно, одну из фабрик. Зачем это все надо? Я ведь сама твоя собственность. А вдруг со мной что-нибудь случится? Нагрянут родственники, сын от первой жены, все и... Твой сын живет в Париже? Да, там, у своей матери. Что с тобой случится? Ну, все мы смертны. Ты не похож на умирающего. Благодарю, но смерть в данном случае не самая страшная. Ты, наверное, слышал, что в последние дни было немало банкротств. Успокойся, я говорю не о нас. Ты можешь со мной серьезно поговорить? С удовольствием. Мне надоело ничего не делать. Добрый день. Я окончила стенографические и машинописные курсы. В школе я была первой по математике. Я хочу работать. Это просто глупость. Твое дело шить наряды. Можешь радовать и блистать в свете. И всю жизнь будет так? Разумеется, милая. Попробуй заняться чем-нибудь. Учись пению, играй на рояле, ходи в театр или начни рисовать картинки. Но для этого нужен талант. Талант нужен бедным художникам. А твой успех обеспечит мои деньги. Привет, Ирбит. Привет, господа. Ты его знаешь? Ирбита знает вся Рига. У него, между прочим, имеется талант, но не имеется ботинок. Тогда я буду учиться водить автомобиль. Если госпожа Кикули не начнет хоть чем-то заниматься, она в ближайшее время может умереть от скуки. Ну, хорошо. Я зайду за тобой. Элза? Узнал все-таки меня. Давно в Риге живешь? Да, поступил в университет. А, еще один интеллигентный безработный. Ты, наверное, обиделся? Конечно, сейчас выгоднее быть владельцем фабрики. Но я не думаю, что так будет всегда. А что ты делаешь в свободное время? Работаю. Но еще вступил... В корпорацию? Нет. У меня нет денег и желания пьянствовать по ночам в корпорации с бездельниками. Есть много вещей, которые я стремлюсь понять. Например? Боюсь, тебе будет неприятно слышать, что говорят Ленин и Маркс о богачах. Ну, а ты? Что делаешь? Работать меня пока жизнь не заставляет. Разумеется. Я, по-видимому, задал идиотский вопрос. Упрекаешь? Какое я имею право тебя упрекать? Ну, а все-таки? Ты хоть помнишь, кем мы друг для друга были когда-то? Я не могла забыть это. А замуж за старика вышла. Ты ничего не понял. Возможно. И ты не виновата, что муж оказался богачом. До встречи. Счастья тебе. Я слушаю. Не слушать надо, а действовать. Нужно что-то делать немедленно, понятно? А что, по-твоему, нужно делать? Не знаю. Что же ты кричишь, если не знаешь? Если он в самом деле обанкротится, будет поздно. Покрывать векселя придется нам с тобой. Моя песенка будет спета, и ты недолго будешь чирикать. Послушай, Август, приезжай ко мне. Выпьем коньячку. Сейчас буду. Мой господин приказал зайти за ним. И
иди домой. Ты задерживаешься? Жаль. Завтра пойдем в нотариат. Мне надо к портнихе. Пойдем к нотариусу. И что? А у нотариуса из бедной жены ты превратишься в богатую, а я из богатого господина превращусь в бедняка, мужа богатой жены. Временно, разумеется. Интересно. Так складывается. Ты меня должна вытащить оттуда, откуда я вытащил когда-то тебя, девочка. Тогда, милый мой, надо перевести на мое имя все имущество. Ты умница, куколка. Но избыток дамского ума вредит красоте и обаянию. Серьезно? Ладно. Иди к портнихе. Иди завтра к портнихе, милая. Я доложу, госпожа. Моего мужа нет дома. Ну что ж, попробуем это пережить. Эту картину вы привезли из путешествия, я раньше ее не видел. Она очень похожа на вас. Садитесь. Ах, вы женщины, удивительные создания. Вы делаете все, чтобы очаровывать нас и быть красивыми. Но едва мы увлечемся... Разве мы не достойны духовной любви? Эти завитушки должны возвышать дух. Мы хотим, чтобы любили наши души. А такие глубокие вырезы вы делаете, чтобы нам было легче разглядеть там душу? Вы меня оскорбляете. Оскорбляю? Разве восхищаться красотой оскорбление? Ну, ответьте мне. Что же дальше? Да? Элза. Да, мой дорогой. Как ты себя чувствуешь? Прекрасно. Господин Страуипс оказал нам честь. Он посетил нас. Что ему надо? По-моему, ему так понравилась новая картина, что он намерен, кажется, купить у тебя ее. Я хочу поговорить с ним. Муж хочет поговорить с вами. Прошу. Здравствуй, друг. Здравствуй. Неужели ты пришел только ради картины? Понимаешь, есть новость для тебя. Какая? Ты подписал векселя одного банкрота, и теперь можешь много потерять в результате этой операции. Я сейчас сажусь в машину и еду домой. Буду минут через 10. Будь добр, подожди меня. Не хотите чем-нибудь освежиться? С удовольствием. Лин.
Марина. Слушаю. Принесите сельтерскую. И виски. И, разумеется, со льдом. Сейчас. Вы сегодня очень любезны, мадам. Вы находите? Кажется, госпожа решила выкупаться. Или она что-нибудь ищет? Да. Мужчину, который бы ей помог, но такого здесь нет. Удалось. Спасибо. Может, подвести вас? Благодарю, я люблю ходить пешком. Вы здесь живете? Представьте, живу в замке. А там хорошо? Отлично. Тебе не здоровится? Почему ты так думаешь? Ты ничего не ешь? Как твоя поездка? Хорошо. Мне кажется, у тебя жар. Пожалуйста, оставь меня в покое. Послушай, что пишут в газете. Немецкие хозяйки не знают, что подавать на стол. В Англии взлетели цены. Мальчик утонул в бочке с водой. Дорогая жена, если эти поездки так действуют на тебя, надо их прекратить.
Это чудесно, что вы заехали сюда. Сегодня жаркий день. Но мне кажется, здесь всегда прохладно. Правда? Значит, вы приехали из-за прохлады. А я думал, из-за меня. Вы просто... Не обижайтесь. Я сам бы нашел вас. Но вы не знаете меня. Почему же? Успели обо мне узнать? Узнал. Вы женщина, которую хочется видеть еще и еще. Разве этого мало? Представьтесь и вы мне. Зовите меня Адамом. В таком случае я Ева. Ну, правильно. Сомневаюсь. Когда встречаются мужчина и женщина, ведь они заново создают свой мир. Как новые Адам и Ева. Я надеюсь, ты еще приедешь. Ты скоро будешь готова? Мы опаздываем на открытие выставки. О, в последнее время ты стала особенно красива. Ты пьянишь меня, как доброе вино, своим взглядом. Таких сияющих глаз у тебя давно не было. Это от воздуха.
ничего интересного. Если бы выставлялись наши, мы бы не пошли. Но парижан смотреть надо. Так требует хороший тон? Именно требует. Кого ты увидела? Просто знакомый. Прости, я на одну минутку. Элза, позволь тебе представить Итало, моего сына. Твоего сына? Что с тобой? Понятно. Вдруг получить на руки такого взрослого сына не шутка. Ты представляешь, он уже 2 недели в Латвии, а отец даже не имел понятия об этом. Я счастлив, потому что моей матери становится все моложе и красивей. Итало нам все объяснит. Мой сын ведь тоже художник, или, по крайней мере, пытается им стать. Вам это нравится? Мне? Да, ничего. Слабо. Здесь нет ни одной стоящей работы. Ну, зачем маленькому народцу в маленький город посылать что-то ценное? Надеюсь, что латышские критики докажут, что разбираются в искусстве и скажут правду. Один из наших критиков там улыбается, как будто напился французских духов. Красота. Здравствуйте. Добрый день. Рад вас видеть. Добрый день, господин Гиббельс. Как я это вынесла? Ты видишь, Ева, мы изгнаны из рая. Если бы я сразу открыл тебе свое имя, то рая вообще бы не было. О, здравствуй, Роберт. Здравствуй, друг. У тебя все так же ветер в кармане. Работы хватает, а денег нет. Иначе мне не надо было бы высылать тебе чеки. В Риге ты бы тратил меньше. Но в Париже у тебя, наверное, есть дама. То, что твоя мать не переносит здешний климат, это выдумки. Ты слишком подчиняешься. Мать — единственный человек, которого я люблю. Да-да, конечно. Может быть, вы хотите поговорить без меня? Он ведь твой отец. Ты еще смеешься? Я не хотел бы, чтобы он знал правду. Это мне невыгодно. Что ты говоришь? Да. Моей матери в свое время пришлось пойти на этот маленький обман, чтобы с любовницей стать законной женой. Это же ужасно. Он причинил так много зла моей матери, что мне его не жалко, и совесть моя спокойна. Я сейчас уеду.
обещала навестить больного отца. Я с тобой. Мы доедем до станции, я вернусь поездом. Да? Почему я не встретила тебя раньше? Пусть даже совсем не ищу. Я должна уже ехать. Отец ждет. Какая разница, чуть пораньше, чуть попозже. Твой отец ждал тебя до последнего вздоха. Не смогла ты раньше приехать, как видно. Я всюду в жизни опоздала, мама. Извините, госпожа, вот, пожалуйста, вам письмо. Ева, боюсь, что продолжать все это было бы неразумно и для тебя, и для меня. Поэтому ухожу из нашего райского сада, пока он еще в полном цвету. Хотя мне это и нелегко. Я с тобой был очень счастлив. Если можешь, пришли мне без ведома отца еще немного денег. Отдам. Муж уважаемой госпожи еще в Риге? Да. Непреодолимая страсть влечет меня к вам. Дальше. Вы меня сведете с ума. Отпустите сейчас же. Госпожа переживает смерть отца. А может быть, ее постиг другой удар? На что вы намекаете? Кто-то вас глубоко обидел. Скорее всего, вы.
Не пытайтесь меня обмануть, у меня чутье, такова моя должность. Значит, вы следите за мной по должности. Ты со мной бороться хочешь, милая? Не советую. Я человек опасный. И не пытайся. Элза? Да? Это Страуюбс приходил? Да. Зачем? Искал тебя. Зачем это ему понадобилось искать меня? Лина! Да, господин. Почему здесь эти тряпки? Это госпожа... Уберите! Что нового в газетах? Рождаемость в Латвии падает. Многие интересуются. А вот массовая безработица не интересует никого. Жанно, ведь общественный долг обязаны выполнить и мы. Что бы ты сказал, если бы у нас появился ребенок? Я начал бы верить чудесам из Библии. Каким чудесам? Что дети могут рождаться от Святого Духа. Я твоих шуток не понимаю. Что тебе непонятно? Доктора сказали, что я не могу иметь детей. Я все объяснил тебе. Да, Жанно. Подожди. Кто он такой? Что ты говоришь? От кого ты ждешь ребенка? Мне больно. Повернись лицом. А мне не больно. Говори, кто он? Страуюбс, да? Я ничего не сделаю тебе, но говори правду. Кто этот человек? Ты знаешь всех, с кем я знакома. Ты не лжешь мне. Я клянусь тебе. И у тебя, значит, на самом деле никого нет? Совершенно никого. Желаю счастья вам. Вы мать, и, судя по всему, у вас будет замечательный ребенок. Я не знаю, что мне делать. Как? Невозможно, чтобы он появился. Ребенок у меня не от моего мужа. Я не признаю этого ни как врач, ни как человек. Муж меня выгонит. Я и сама его не хочу. Когда-нибудь вам будет стыдно за эти слова. Поговорите с мужем. Может быть, он гораздо лучше, чем вы думаете. Он мне гадок и отвратителен. И вы с ним все-таки живете, не понимаю. Добрый день, дорогая. Добрый день. Утро замечательное, едем на взморье, как договорились. Изволите надеть новый костюм сегодня? Нет. Не нравится? Отличный костюм. Буду носить потом когда-нибудь. Эльзинь, если спросят меня, скажи, что нет дома. Я не хочу, чтобы сорвалась наша сегодняшняя поездка. Да? Ева? Да. Ты дома одна? Нет. Я случайно в Риге? Да. Хочу встретиться. Ты не могла бы прийти? Я в гостинице «Рим» в 41-й комнате. Вечером уезжаю. Хорошо. Кто это звонил? Так, одна моя подруга. Из деревни приехала.
просит к ней прийти. Сегодня? Да. Мы же хотели на море ехать. Поедем в другой день. А может, завтра? Жанно, не запрещай мне этой радости, я хочу ее видеть. Пусть будет по-твоему. Да, я забыл тебе сказать. Что же? Знаешь, кто появился в Риге? Не имею понятия. Итало. Встретились мы с ним вчера у министерства. Я его звал сегодня на чашку кофе, но представь, у него свидание, как и у тебя. Вот совпадение. Совпадение, правда, интересное. Милый, мне надо переодеться. А ты мне мешаешь? Я твой муж все-таки. Жанну, подержи. Ты даже надела новый костюм. Я хочу показать подруге, кем я стала. Ты не уйдешь. Жанно, не дурачься. Не уйдешь! Я привык отказываться только от того, что сам решил бросить. Жанно, пусти! Ты не уйдешь! Жанно! Ты никуда не пойдешь! Я все равно уйду. Нет, не выйдет. Я все равно уйду. Я не пущу тебя к твоему любовнику. Жанно, не пущу по тоску. Я все равно уйду, Жанно! Я все равно уйду. Уйду. Лина. Матильда. Лина. Я убила твоего отца. Что? Я убила твоего отца. Ты шутишь? Он меня не пускал сюда. Как он узнал, что ты идешь ко мне? Догадался. Это скандал. Ты разбила всю мою жизнь. Твою? Поддержка отца. Наследство, завещание еще тоже нет. Куда ты идешь? В полицию. Подожди. Расскажи мне, как это случилось. С того дня, когда я тебя полюбила. Говори о деле. С того дня, когда я узнала, что жду ребенка. Какого ребенка? Твоего. Кошмар. Каждое его прикосновение мне было мерзко. Кошмар. В общем, я погиб. Thank you.
У меня последний вопрос к обвиняемой. Вы замуж выходили по любви? Я его пыталась полюбить. И что же? Мне не удалось. Значит, по расчету вышли? Наконец мы добрались до корней преступления. С глубокой горечью мы должны заключить в отношении обвиняемой, что она была женщина жестокая, расчетливая и коварная. И замуж за господина Кикулиса вышла из холодного расчета на богатство. Желая наслаждаться преимуществами высшего общества, она не хотела и не могла считаться с его высокими принципами, с его ясной и чистой моралью. Настоящие глубокие чувства этой женщине были чужды. Более того, в своем необузданном стремлении к плотским наслаждениям она осмелилась поднять руку на любящего, заботливого мужа. И это извращенное, превратно ею понятое современное стремление к эмансипации и свободе меня тревожит сегодня больше всего. Ибо таким образом разрушается святой семейный очаг. Таким образом подрываются столетиями выработанные устои брака и семьи. Извечные законы, принятые в обществе и государстве, таких женщин не прощают. Поэтому я требую, чтобы обвиняемый был вынесен...